Что вы со мной сделали? Разве ты не понял? Ты мой наследник, избранный, чтобы принять от меня темный дар. А посему ты станешь владельцем этого дома и всех моих сокровищ. Слушай меня внимательно, потому что скоро я покину тебя. Что? Теперь ты бессмертный. Никто и ничто не сможет убить тебя, кроме солнца и пламени. Пройдет совсем немного времени. Твое естество приведет тебя к твоей первой человеческой жертве. Отныне кровь станет твоей единственной пищей. Но помни, ты должен остановиться, прежде чем сердце жертвы перестанет биться. Я прошу тебя, останься со мной. Нет, пообещай мне, что развеешь мой прах, дабы душа моя могла успокоиться. Я не могу! Нет. Обещай! Нет! Нет! Как может быть, что бес исчез, а Бог забыл меня? Тут оставлен смотреть на пламя, свобода дар огня, а суть, которой прежде был разбита, больше не собрать. Безумие по вине того, кто жизнь мою посмел отнять. Угасла жизнь, но я живу, почивший воскрешен. Тех, кто любил, не позову, я злом перерожден. Отныне я создание ночи, забытия лихого венчан. Злым поцелуем на бессмертие, спасенный от могилы вечный. Но стоп, я звал ли ту судьбу? Весь этот дар проклятием дан. Фортуне проиграв борьбу, немедля угодил в капкан. Смогу ли участь обойти, или суждено, как в страшном сне, пойти по мрачному пути и в ночь за тем, что нужно мне? Оставить жизнь вот так и просто возродиться вновь. Безмерной силы этот дар, и ныне бой, моя любовь. И кровь, что снадобье теперь, насытиться смогу ли ей? Тот голод, что хоронит их, он в жилах впредь горит моей. Все да и нет, а голод все сильнее.